Какой запах стоит! Вот такая красота! Ла-ла-ла-ла-ла! Вот такая красота! Ла-ла-ла-ла-ла! Колечко графин поставил. Я его, девочки, намою. Свежую мяту заварю. Запарю. О, будем пить вообще. Вот такая красота! Ла-ла-ла-ла-ла! Ой, бля! Ну что? Так, все! Все, 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 все. Не ревнуем, не ревнуем. Так, все, что такое? Не ревнуем. Осечка, бусечку не надо ревновать, бусечка. Девочка, твоя жена, в конце концов, законна в браке. Не кусай ее. Не надо ее кусать. Ой, блядь, какой зверь, зверь какой ужасный, а. Все. Так, все, 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 все. Все. Так, вот. Девчонки, отоварились. Отоварились. Его купили по чуть-чуть. 2500, как с куста. Купила домашнюю клубнику. Сколько здесь привезли? 400 рублей. Там молодая семья. Этот. Девочки, хочу с творогом кушать. Да. Вот такая сочная, мощная, вообще классная. Сметана колечко купил в пятерочке. Огурцы по 60 рублей, девочки. Они же продавали. Помидоры подешевели. У нас вот такая помидора домашняя по 100 рублей. Вот такая. Вкусненькая, сочная, мощная. Вот. Вот, видите? Очень вкусная. Перец купила, девчонки. Перец по 100 рублей килограмм. Вот этот брала по 200 домашний. А этот, короче, привозной, не домашний, откуда-то из теплых стран. 200 рублей, девки. Все же выбрала я перчик себе. Абрикосы взяла. Сейчас помою. Уже спеют нектаринки. Колечки яблочки. Это мама ела, ела, тоже купила. Это привозные какие-то яблоки мужчина привез. Мы купили по 100 с чем-то рублей, по 115. Она домашний покупала по 50 рублей. Она ела, говорит, возьмите. Говорит, я не хочу, говорит, больше. Творог взяла, девочки, 2 килограмма. А, сейчас, знаете, с клубничкой это все. Это все. Аля-уля, девчонки. Ну и потом на бутерброды буханку черного хлеба и все. Укроп не продают, но укроп у нас есть. Сейчас будем варить, короче, суп. Мясо крутить. Откроем эфирчик. Приходите, всех приглашаю. По чуть-чуть, девчонки, отоварились. По чуть-чуть. Ой. Делов на целый день. Есть хочу. Не завтракала ничего. Есть хочу. Умираю. Печальная новость сегодня сообщили. У меня умер сосед мой. Там в центре жил. Вот, болел он сильно. Время у нас 9:40 утра. Да, сегодня воскресенье, однако. Так, сейчас, короче, ролик будет короткий, записывать особо нечего, да? Главное, сигарет купила. Главное, клубнику надо попробовать, девчонки. Пошлите-ка руки помоем. Вот, сейчас покушаем, и Коля пойдет в квартиру туда. И эти делать. Ну, на потолок. Об решетке ванной сделал же. Теперь хочет сделать в этом. Как его? В туалете. Подготовить для пластика. Вот. Вот такие мы работяжки. Да, мы такие работяжки. Либо море продает. Море. Продают, девчонки, эти подосиновики, лисички. У мамы только были белые. Немножко она хотела, не хотела продавать. Чего Колька сюда тряпку притащил, не знаю. Но продала она. Она сегодня все грибы продала. И подосиновики, и черныши у нее там. Ой. У меня мама все продала до 9 часов, девчонки. Вот, лисички у нее сразу оптом взяли. И другая женщина при мне подошла.
Белые с подосиновиками. Завтра она пойдет за груздями. А, грузди, да, уже белые эти осиновые продают. Так. Сейчас разогрею остатки картофельного пюре. У нас есть один кусок мяса по-французски у нас остался. И покушаем мы. Да. Вот. Так, что у нас еще есть? Огурцы надо достать, да? Огурцы с помидорками сейчас сделаю, порежу. И сладости ничего не покупала, ничего не надо. Тортик еще есть. Вот, короче, вот так вот у нас. Осталось сейчас на завтрак. Сейчас, девочки, поедим. Вот мясо, видите? Кусочек здесь. И картофельное пюре. Сейчас погрею. Все разделю, погрею. Все уберу. Что-то я хотела сказать, девочки. Довольно, не знаю, когда мне надо. Вот я высылала же мяту сухую. Я обещала ей тоже выслать еще мяты, моей подписчице. Высохнет, и я прямо ее это с черенками запакую. И отправлю вот такой гостинец. С череночками, с листочками. Прям вот она подсохнет, потому что такая она в пакете, она там в спрее это за неделю. Неделю идет посылка. А вот пускай пьет чай, насыщается прям вот этот целый венчик. Отправлю, может, два венчика отправлю. Пускай пьет, наслаждается марпасадским чаем мятным из города Мариинский Посад, Республика Чувашия. Для хороших людей ничего не жалко. Кому еще надо мяты? Гостиниц. Пишите, девчонки, в комментариях. Угощу. Так, что еще хотела я? Могу прошлогоднюю еще послать вам. Сухую уже, как бы, как ферментированная она у меня, сухая уже. Если вы хотите. Только вы оплачиваете посылку, все. Гостиниц из города Мариинский Посад, Республика Чувашия, от Багиры. От чистого сердца, от доброй души. Собаки моя радость. Девки, моя радость. Вон, видите, лапка перевязана. Я ее с утра перевязала уже, все. Ой, батюшки. Вот эти морды собаки. Я без них жизни не представляю. Творога им сейчас полазу. Они будут, наверное, кусать творозок. Творозок будут кусать. Да. Оську во вторник повезу, потом буду купать. А после этого больница-то. Он и видит, что делает. И сиськи целует, и что-то там и щекотит, и манюнки, и тютюньки делает, и не знаю, что делает, прям, таки любит свою Буську, прям, ну невозможно, любит, ой-ой-ой, своей собачьей любовью. Парочка твикс, правда? Посмотрите на них. Это чудо чудное, это дивное. Мордочки такие любимые мордочки. Батюшки-то и обнимет ее. И ласкает ее, и кусает ее, и целует ее. Чего все делает этот хулиган, а? Ну, очень такой любит Бусю. Очень-очень сильно любит Бусю. А Буська как его любит, боже ты мой. Боже ты мой, она ее видит, как ласково. Дюдюньки покусивает, дюдюньки, да. А та балдеет, балдежница маленькая, беременная. Да, Бусечка? Бусечка беременная, девочка хорошая. Пси-пси. Буду вас загружать. Всем, конечно же, прекрасного настроения, солнечной и ясной погоды, мирного неба над головой. Спасибо вам всем за комментарии, конечно, за подписку канала Багири. Берегите себя и своих близких. Ну, а с вами, как всегда, я остаюсь. Багира. Ваша Багира.